нет и так далее. Это ни к чему хорошему не ведет. Правда, мне кажется, что в последние годы немножко это опоминаются как-то люди и понимают, что не только в деньгах счастье. Ну и много можно говорить. Можно говорить о том, какие у него были взгляды на владение землей, какие у него были взгляды на самоограничение. Потом он считал, что такая огромная страна, как наша, не может управляться только из центра. Она должна обязательно иметь развитое местное самоуправление, чтобы люди сами, жили, когда в изгнании, мы жили сначала 2 года в Швейцарии, потом 18 лет в Америке. Страны абсолютно разные. Про Швейцарию, Америка. И там по-разному устроенное, но очень сильное местное самоуправление. Что это значит? Это значит, что люди, и мы были частью этого, тоже хотели найти ежегодные собрания, где по этим